Фанерой забито наше окно, в комнате холодно и темно. Гул самолетов слышен, низко летят над крышей. Без голоса только губами шепчу понятное маме. Мама, не страшно, мама! 125 и больше ни грамма. О, как бесценен каждый грамм! Свой хлеб разрезает на части мама и делит со мной пополам. Хлеба, касаясь руками, помню всегда о маме. Мама, не умирай, не надо, свет дадут, пойдет трамвай. Мама, будет конец блокады, мама, не умирай.